переночевали мы тут рядом с этим жилым комплексом. Там бассейн очень крутой. Сейчас, в общем, Алену отправим отдыхать. Сами пойдем туда пешком, 20 километров будем пехать через горы. Все такое. Сейчас на рынок только сходим. Все, Алена пошла на трассу, поедет на пляж одна. В рынок. Что-то купили. Папайя вот 3,8 за килограмм, проростки 3 за килограмм, лайм одна штучка пол рингита, ну и тофу тоже пол рингита, такой кубик. Ну, вполне себе ничего. Есть еще поесть. Сейчас, правда, это все в горы тащить. Ну ладно. Первый день похода. Да, начинаем идти черт знает куда, по тропе. Ну, как бы, цель у нас, сейчас мы выйдем, постараемся на трассу выйти, там где-то идти 3 километра. Может, на трассе достопим до верху, типа, самая высокая точка. Не самая высокая, нам обзорка какая-то пинанговская. И оттуда потом пойдем уже к морю, где там должна нас ждать Алена. Что-то как будто сверлят в лесу насекомые. Очень активно что-то строят. Идем потихоньку к водопаду. Какой-то водопад там есть. Сейчас мы там. Уже чуть-чуть осталось совсем. Такие вот добродушные стволы. Желательно не хвататься рукой за такую штуку. Всегда вот дороги к водопадам вот такие вот веселые. За труды. О, красава. Тут стройка какая-то полным ходом. Облагораживает еще единственный водопад. Очистительное сооружение. Водичка бегает красиво. Это хранилище. Вообще прям курорт. Короче, мы не могли выйти, нам показали куда. Что-то все закрыто. Дерево подписано название Махогани. У Махогани очень какие-то охрененные корни. Длинные-предлинные. Вообще. Просто остался тут на всю эту. Начинаем тренировку ног. Ступенькам. Почти 200 метров набор высоты. Очень весело. Готовимся к вулканам. Снова мы встречаем обезьян. Эти какие-то необычные, белые, в смысле с белыми глазами. Он также еще и на дороге сидят. Но там обычно серые. У нас тут обезьяний барбершоп. Что там? Пожалуйста, не двигайтесь. Я
сейчас рассмотрю вас получше. Опять какие-то обезьяне угоди. О, чешется, да? Ну почеши. Идем по дороге Пинанг-Хилл. О, машина едет. Будем стопить сейчас. Хороший тут кусочек ровной трассы. Может, нам остановит. До нее еще где-то 1.5 километра. Трава, конечно, крутая. Никто меня не останавливает. Машины полные едут. И, может быть, туристические не хотят тормозить. Насладимся природой в полной мере. Еще не вверх, но почти, можно сказать, пришли. Какое-то непонятное место с искусственной травой. Валяемся с Артемом. Вон и Монализа тоже валяется. Вообще необычные эти картины. Вот там кто-то голову в жопу носорогу засунул. Очень интересно. Наверх, возможно, платно. Скоро узнаем. А пока лежим. Фу. Нашли вот карту этой территории. Ну, тут можно посмотреть, что есть. Думаю, тут чуть-чуть походим и пойдем на выход туда. Дорога к берегу, где нас будет ждать Алена. Вот, походу, мы на самой высокой точке Пинанга. Тут вид такой неплохой. Ну, что-то вообще это, подустали, маляс. Надо где-нибудь подкрепиться. И пойдем вниз бодрым шагом. Мы с Артемом все отлично видим. А для тех, кто хреново видит, можно за один рингит 2 минуты вот посмотреть. Походу, им острова мало, они уже решили еще насыпать себе еще, чтобы кучу отелей построить. Дерево такое прям вообще. Космос. Уходим из этого шумного места. Идем снова в сторону троп. Мы отдыхаем, едим папайям. Папайя 60 рублей. Ну, хотя для Малайзии этого очень даже неплохо. Что, вкусно? Отлично. Да, я тоже так считаю. 6 километров на себе это попаяло. Ну, то устроил там. А чё как? Все тяжеленькое. Но изюм, наверное, неплохо. Снова мы в джунглях. Осталось нам 7 километров до водопада. Еще 3 километра до Алены. Скоро будет еще один 200-метровый подъем. Последний, так сказать, рывок вверх, потом только вниз. Тут вообще настоящие джунгли. Артем, охеренно. Прикинь, оторвалась это. На камере эта штука вообще оторвалась. Снимать и идти. Покорители джунглей. О, смотри, змея плывет. Змея, блин. Охренеть. Что-то начинается становиться стрёмненько. Нам желательно успеть за 2 часа до темноты. Охренеть.
Ой, блин, за это лучше не цепляться. Нормально, в порядке вещей. Змеи плавают. Ну как. Логичный спуск к воде. Опа. Вот цикады собственной персоной. Ну-ка, спой-ка нам. Что ты? Спасибо. Мы на последнем издыхании. Ползем. Такие вот ступеньки нас ждут. Небольшие. Канат прогнивший здесь, аккуратен. Все держится. О, какой канат. Никакая стабилизация тут не спасет. Ладно, еще чуть-чуть. Мы в высокой точке нашего маршрута. Сейчас с 800 метров будем вниз пехать. Причем нам осталось вообще, наверное, полчаса до темноты. Хотя, кажется, что еще есть время. По той тропе вон туда. Веселая тропа, ничего не скажешь. Называется массажер для ног. Вау! Ничего себе видочек! Воу! Мы идем как раз к этому озеру. Алена там на пляже где-то сидит. Могла бы в озере купаться. До темна мы все-таки не успели. Идем. Свети фонарей. На тропе тут есть всякие катафоты. Набитые прямо на корнях. На деревьях. Чтобы знал, что идешь правильно. До водопада еще 2 км. А потом еще от него 3. Ну, нормально. Сидим на отдыхе. Тут красиво подсвечиваются такие вот указатели. Ну, нам дотелок Баганга 2,6. Сейчас как втопим и пойдем. Ночной гость. Царевна лягушка. Очень большая. Такую большую я еще не видел. Или видел? Не помню. Вот так. Как телефон. Смотри, сравнить можно было, какая большая. Вот смотри, рука. И вот она, смотри, как телефон. Вот. Телефон не маленький. 6 дюймов. Смотрите, какая. Как раз для тебя, лягушка, телефон подойдет. Мы продолжаем идти. Осталось 700 метров до водопада. Вот тут такой гость. Главное ее перешагнуть теперь. И пехать дальше. Я там кусаюсь. Не дошли, что делать. Водопады надо покрывать. Это не видно. Да, это нам лучший подарок для нас старания. Мы пришли в кафе. Тут Алена вот сидит. Ей все нормально. Я тут уже с того не пытаюсь общаться. Скачала с фонарь, и уже чувствовала. Я так осторожно. Да, осторожно. А кафе-то тут есть? Нет, вот это называется Фиат Кафе.
купались в водопаде.